Вот такая программка, антивирусная утилита AVZ, которая позволяет, бесплатная программа, у вас определенные файлы, плохие для вашего компьютера вирусы, Adware, Spy, Spyware, HackTool, все это находить, либо удалять, либо лечить, либо спрашивать у пользователя. Вот я сейчас поставил, такая программка бесплатная. Ну, сейчас нельзя переключить, идет проверка. Сканирование дисков осуществляется. Здесь сколько осталось до конца. Что она у меня нашла. Идет программка, посмотрим. Хуже не будет, так что... У кого есть всякие вирусы, может воспользоваться этой программой. Проверить, что есть, что нету. Может, поможет.